А здесь можно для собачки выбрать любой жетончик. И тут же, они разные здесь. И тут же есть аппарат, в который вкладывается этот жетончик. И можно на жетончик написать все, что хочет хозяин. Номер, номера телефона на случай того, если собачка потеряется. Имя собачки. Все это вводится на компьютере и чеканится там. Очень много игрушек, очень много. Пойдем. А вот какие плащи есть для собачек. В парке встретил, нашел такую штучку. В парке, когда с папой был в парке, нашел такую. А что это такое? Это для собачек, я ношу для собачек. Сигнальный в парке проход. Такое сигнальную штучку я сделала. Сигнальная косточка вешается собачке на шейку, и собачка не теряется, видно ее в темноте. А вот разные плащи на собачек. Вот они какие. И для маленьких собачек есть. И для больших собачек тоже есть. А вот такая вот есть защитный плащик, дождевик. Это они по сезону, наверное, продают. Сейчас продают только осенние, зимой будут продавать зимние. Ну, пойдем на кассу, да? Все, нам больше ничего не надо.